Роснефть завершила сделку по приобретению 100% акций новокуйбышевского «Санарса». Сегодня итоги обсудили глава региона Николай Иванович Меркушкин и президент компании Игорь Владиславович Саглаев. Напомню, соглашение было подписано в мае в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме. В Самарской области Роснефть собирается построить крупный завод по производству полимеров. Это сейчас особенно актуально. Вопрос импортозамещения. Известно, что от своих планов компания даже в непростых экономических условиях отказываться не собирается. Буквально на днях губернатор получил письмо, в котором Игорь Иванович Сечин, президент Роснефти, гарантирует, что структура будет делать все, чтобы этот проект был реализован. Также сегодня стало известно, что у новокуйбышевского завода будет новый директор. А вот кто займет этот пост, пока не разглашается. Те, может быть, сомнения, которые появились в связи с событиями в ноябре, в декабре, и с курсом доллара и так далее. И, несмотря на это, есть итог, конечно, для области важно. Что касается трудового коллектива, может быть, да, они, с одной стороны, наверное, рады, с другой стороны, будет другое руководство, наверное, от их и огорчать в какой-то мере будет. Но я думаю, на самом деле база подготовленная, основа подготовленная для будущего, она значительно важнее, чем условно, то, что сегодня пришел туда новый человек и будет управлять этой компанией. Глава региона подчеркнул, что холдинг «Санарс» был образован путем слияния крупнейших предприятий нефтехимической промышленности Новокуйбышевска. При этом ранее заводы принадлежали государству, и это, по сути, будет вновь. Конечно, «Роснефть» – это тот стратегический акционер, владелец, как и представляю государство в данном случае. Мы решаем действительно стратегическую задачу поворота. Мы такой ускоренной модернизации нефтехимической отрасли страны. И это очень важная задача. И без вашей поддержки, конечно, было бы, наверное, невозможно, трудно. Вот. И я рад и горд в какой-то степени, что вот пятилетний проект, для меня это 5 лет работы, завершился успешным результатом на такой высокой ноте. Предприятие действительно отлично сейчас выглядит. Также уже в ближайших планах Роснефти удвоить объемы производства на Новокуйбышевском заводе. Это принесет дивиденды и Самарской области. В том числе и по отчислениям в бюджет. Речь идет об очень крупных суммах.